Всем привет, вы смотрите канал Game Brick, с вами я, Владимир, и сегодня у нас пистолет. Большой такой пистолет, это альтернативная модель, сделана полностью из деталей набора Lego Hulkbuster. Большой эксклюзивный Hulkbuster, обзор у нас есть на канале. Сейчас я из этих деталей сделал вот такую вот, такую пушку. Это нечто, такой собирательный образ, естественно, прототипа один в один нет такого, но что-то такое среднее между Borderlands, Warhammer, Gears of War, вот такая вот штукенция. Хорошо лежит в руке, такая надежная ручка, было достаточно заморочно делать вот этот угол, но тем не менее получилось достаточно прочно, хотя, видите, немножко ходит. Сделал возможность, короче, если нажать на спусковой крючок, здесь горит лампочка. Вот такая вот пушка. Здесь небольшой магазин. Будем считать, что это энергетическое оружие, стреляет, не знаю, какими-то там зарядами чего-то куда-то. Что еще? А еще есть у него прицел. Ну, кстати, вот здесь есть обычная мушка. И есть голографический прицел. Такой же помассивнее получается это все. И еще есть вот такая штукенция. Байонет. Некое подобие пилы из Gears of War. И уже получается вот такая вот, я даже не знаю, как показать, потому что он большой. И вот такая вот штука получается. Реально большая, вот, если в двух руках ее взять. Тяжелая, увесистая, практически все детальки я запользовал. Вот такая вот штукенция. На мой взгляд, достаточно забавно получилось. Я не знаю, будет ли кто-то переделывать эксклюзивный Hulkbuster, разбирать его и делать уж какую-то самоделку, поскольку модель эксклюзивная, конечно, такая достаточно приятная. Те, кто ее покупает, я думаю, это фанаты данной серии, супергероев, и вряд ли кто-то разберет. Поэтому я пока еще не знаю, будет ли инструкция или нет. Тут, кстати, есть предохранитель. Вот, но если будет инструкция, то она будет на втором моем канале Амок. На этом я с вами буду прощаться. Хороших вам самоделок, отличного настроения. По-моему, забавная штука получилась. До скорой встречи, ребята, всем пока.